Мы продолжаем, и сейчас вернемся к инциденту над Балтикой, о котором сообщили Минобороны. В нашем распоряжении оказались кадры с места событий. Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами. Однако его отогнали российские Су-27. Минобороны уточнили, что самолет министра следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации из Калининграда в Москву.